Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTestInfo. В данном видео я вам покажу начальный процесс настройки устройства Nubia Neo 2. Для этого в первую очередь нам надо выбрать язык. Тут называем пункт «Языки» и прокручивая вниз, выберем наш язык. Я выберу русский, выберу регион и в правом нижнем углу нажму на пункт «Начать». Тут в правом нижнем углу нажму на пункт «Пропустить» и подключусь к Wi-Fi сети. Тут выберу мою Wi-Fi сеть, пишу пароль и нажму «Подключить». Идет подготовка телефона. Тут я нажму пункт «Не копировать» в левом нижнем углу. Идет проверка. Тут нажму «Пропустить». И нажму «Пропустить». Идет подготовка сервиса в Google. В правом нижнем углу нажму «Еще». Еще раз «Еще» и «Принять». Нажму «Далее». Тут выберу браузер, а именно Google Chrome, и нажму «Использую по умолчанию». Также выберу Google, еще «Использовать по умолчанию». Нажму «Далее», «Еще» и «Разрешить». Тут я выберу пароль, пишу графический ключ, нажму «Далее» и нажму «Подтвердить». И нажму «Далее». И тут нажму на пункт «Начать работу». Нажму «Continue», «Install Apps» и «Finish». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!